Всем привет, ребята, вы на канале Ваня Крутон, и мы сегодня будем показывать моих поняшек. Ну, обзор поняшек. Все мои поняшки, которые пока у меня есть. А мы будем начинать. Флаттершай, которая пила в магазине. Непонятная искорка, которую купила с домиком. Селестия, которая стала учительницей. Не знаю, что это за пони, где мне его купить. Сделала сама эти штучки. Достал хвост. Ну как достал? Нормально. Он меня не бесит, конечно, но нормально. Вот эту кири я искала, но не знаю, как зовут. Ну там все написано. Ну забыла. Думала, что девочка оказалась мальчиком. Первая пони, которая мне попалась. Непонятливая, некрасивая поняха. Господи, пока это мои... Так. Ходите. Пока, ребята, это все... Ну, все. Пока, ребята, это все. Это весь мой пока обзор. Я еще буду их собирать, поняшек. А сейчас видео заканчивается. И чтобы ребята ставили лайки мне. Потому что если хотите, чтобы я купила или продолжила этот сериал, часть 2. Да, прицепилась. Часть 2, обзор поняшек. Да, ребят? Да! Господи. Все, ребят, подпишитесь на мой канал, ставьте лайки и жмите на колокольчик, а мы будем заканчивать.